Итак, вот we have now. Это капитан команды по имени Бат Дана. Дана Богом. Что вы скажете, ваше название команды? Шалони помидоры? Звезды. Звезды? Звезды. Итак, команда звезды. И это капитан команды под названием Дружба. Слава Мира, Мирослав. И это, получается, название команды Дружба. Дружбе. Окей, супер классная футболка. У Лев Спитфайра супер классная футболка. У Бэйн Шкерма. Ну что же, с вами за пультом MC Spirit to the Fire. Мы начинаем этот батл с длительностью 32 минуты. Да будет победителем лучший дэнсер. We'll be right back.
То есть, у вас есть схватка один на один. Тот, кто выигрывает, остается стоять. Тот, кто проигрывает, садится в команде. Таким образом, за 30 минут, у кого будет больше сидячих, тот проиграл. Это понятно? Нет, 2-2, ничья. Все ровно. 2-2. Никто не садится. Все, сейчас Вова начинает раунд. И с этого момента, кто проиграет, тот будет сидеть. На бутылке, поехали. Let's go, hey.
Вы начинаете. Вы начинаете. Okay, so we have one shot. Pow, садишься. Начинается. Раз. Два. Итак, сейчас ничья. Смотрите, какое новое правило входит. Ничья, значит, сейчас вы еще добатловываете. Новый выходит человечек, и у вас новый отвечает. И, соответственно, два должно будет сесть в итоге. Кто проиграет, два сядет. Либо же вы можете выбрать и воскресить своего. Понятно? У вас садится, либо у вас никто не садится, но тут воскресение, допустим, Вова. Если наоборот, то вы воскрешаете Дану, и тут садится только один человек. Нет, либо два садится, либо один садится, и вы одного воскрешаете. Понятно? То есть у вас две жизни сейчас на кону. Две жизни. Сейчас вы начинаете. Сейчас вы начинаете. Сейчас он начинает. Этот батл не завершен. Поехали, музыку, пожалуйста. So, команда Добро. Не он, не он. Не ты тоже, не ты. Раз. This is good.
Это победа. Вы садите два или воскрешаете и садите одного. Выбирайте. Садите два. Раз, два. Бэнг, бэнг, бэнг. Вы начинаете. Thank you.
Сиди. Мы начинаем. What we have now, I want to see some crazy stuff. So, look here, if you want to see. Садитесь под зеркало. Вы делитесь на команды быстренько. Итак, ты капитан и выбирай, кто будет второй капитан. Кто будет второй капитан? Выбирай быстренько. Из твоей команды вот кто был. Да, сядьте эта команда сюда. Кто? Ты? Нет, не вам. Ну, давай быстрее. Егор второй капитан. Так, встал. Там мне нужна бумага. Быстренько вы будете себе сейчас. Давайте быстрее. Ну, камера.
Давайте еще раз, команда. Раз, два, три. Раз, два, три. Есть, выбирай себе первого из твоей команды. Ростик, Артем, Маша, Олегович и Маша. Ростик, сюда, бэйм, выбирай себе. Хорошо. Хорошо, бэйм, yes. Дальше выбирай себе. Маша, бэйм, yes. Артем Спитфайр, бэйм. И ты выбирай второго человека, кто будет с вами сейчас. Второго выбирай человека, кто будет батловать типа против тебя. Выбирай из тех, кто вот там. Выбирай. Выбирай своего брата. Да, все. Нет, ты отказываешься. Хорошо, отказ. Дальше. Выбирай другого. Правильно. Вова, сюда, пошел. Итак, кого ты выбираешь? Подожди, Вован. Сядь. И ты, сядь. Дана, выбирай кого-то из этих двух. Его или в очках Вову? Его? Вова, сюда, ты сюда. Yes. So, продолжаем, продолжаем. Нажмешь на play. Let's get it to the bang. Стой. Дайте шляпу. Киньте шляпу. Вы первые. Let's go. А вы судите, сюда. Судьи, судьи. Thank you.
доверие. Раз, один, один, два, один, два, два. Мое решение получается. Ты убит, садись, ниге, садись, посадите его. Мы начинаем.
состояние. Раз, два, три. А я сюда показываю, но ничего не решает, поэтому я на тебя показываю, но ты садишься. Так, дальше. Вы начинаете. Let's go. Мария. Мария. Мария начинает этот танец судьбы. Танец судьбы. Это танец судьбы от Джигурды. So what we have now? Раз, два, три. Они проходят дальше.